добрый вечер. Рад приветствовать всех любителей белорусского футбола, которые решили провести ближайшие 1,5-2 часа за просмотром матча Беларусьбанк высшей лиги, в котором Гродненский Неман примет футбольный клуб Истыч, Минский район, в рамках 18-го тура. Матч состоится на главном поле центрального спортивного комплекса Неман. В район 11-метровой. Верховая борьба. И не попадает в створ ворот. Под ударя. Тур Слабашевич отыгрывается с Жуковским. Очередной перехват в исполнении Волков. Комаровский навес штрафную. Первым на мяче оказался Лекчилин. И навес. Первым на мяче оказался игрок. Могли отодвинуть мяч от своих ворот. И уже команды обмениваются не опасными моментами, а, так сказать, подходами. Дмитрий Комаровский решается на удар выше ворот. Проходит мяч после удара из-за пределов штрафной площадки капитана сегодняшнего матча. ВОКа-24. Акция направлена на поддержание международной благотворительной общественной организации «Дети, аутизм, родители» и проект «Спорт». У мяча Андрей Якимов. Прямой удар мимо ворот. Опасный момент, если пытаться вспомнить, знаете, кому. Навес штрафную. Марин не дотягивается до мяча. Первым на мяче Вегеря. Перевод на Слабашевича. Есть свободное пространство перед Артемом. Разворачивается удар. Хаткевич первым же движением берет намертво. Вегеря отпрессинговал. Замечательно перезабрал мяч. Перевод на Марина. Марин врывается в штрафную. Прострел. Хаткевич первым на мяче. Не получилось игроку срезать мяч в ворота. Кто примет борисовский Батэ? Вынесен матч на другие даты. Есть возможность для контратаки у Немана. Навес. 24-й номер. Андрей Якимов не попадает в створ ворот и упускает самый явный момент в сегодняшнем противостоянии. Отличный момент. Не было положения вне игры. И разыграть штрафной. Правым флангом врывается в штрафную. Перевод. Удар. Прямо в Дударя. Повтор. 1-0. Недавно вышедший на... Нет, это не вышедший на замену. Это Готфри Стефан, номер 22, отличился в данном эпизоде. С добивания великолепно сыграл Дударь в первом, при первом ударе, но расстреляли его повторно и не получилось выручить Дмитрию. 1-0, Ислыч выходит вперед и на данный момент... Зодя. Комаровский. Бебе первый на мяче. Евдокимов. Есть пространство. Передача. Но тут Хаткевич вышел из-за ворот. Пустые ворота. Удар. Перекладина. Спасает Егора Хаткевича в данном эпизоде только перекладина. Не получается у Якимова перебросить мяч в створ ворот. Попадает в каркас и уходят за пределы поля. Смотрим, Хаткевич выбегал и непонятно для чего. Два защитника страховали, точнее не страховали. Снова с мячом в центре Якимов. Сброс на Забелина. Нет, это был не Забелин. Пенальти! Пенальти! Нарушение правил на Забелине. К концу у мяча Валерий Жуковский. Жуковский. Разбег. Удар. Гол. Хаткевич практически дотянулся. Угадал, куда будет бить Жуковский, но не сумел отразить данный выстрел капитана в сегодняшнем матче Немана Валерия Жуковского. Кимов. Заброс на Марина. Что придумает мексиканец? Есть пространство, но большинство численное у Ислачи. И Кимов. Перевод на левый фланг.
Якимов заряжает пушку. Егор Хаткевич.